Всем, ребят, привет! Сегодня заключительная четвертая часть увлекательной экспедиции. Открытие сезона – это всегда счастливое ожидание, и трудно представить, что может это омрачить. Не способно даже то, что мы испытали в этой поездке. До места добирались 4 часа, но в сухое время года дорога занимает всего 10-15 минут. Добрались в полном составе без потерь. Открытие состоялось. Находки есть. Ну а в заключительной части будет возвращение. Добирались до цивилизации уже 6 часов. Кому оффроуд грязомес не интересен, можете переключаться, но лайк поставить обязаны за труды и старания. Приятного вам просмотра. This is the future. Ребят, друзья познаются в беде. Вот пацаны, ими как бурлаки меня тащат. Все, ребят, лагерь мы прибираем, все чисто, аккуратно, после нас срача нету, вот, сжигаем, так что завершаем свой коп. Парни, всем пока, да, наша толпа, ну не знаю, сейчас, наверное, еще ПС в конце видео будет, как мы будем возвращаться домой. Вчера... Надеемся, через час, а не через 4. Да, Паша хочет прорваться быстро, но не знаю, как получится. У нас Боб уехал, не знаю, как получится ему проехать, но постараемся. Ну, старание это одно, да, а в реале это совсем другое. Время покажет, ну и в конце видео вы тоже увидите, сможем мы проехать или нет. Не прощаюсь. Итак, ребят, мы как бы еще не тронулись, да? А уже встряли. Все, говномес начался. За раскачкой давай. Толкаем, толкаем. Че, пацаны, плывем? Плывем, ребята. Смотрите, что, блядь. Ладно, у пацана хоть шнорки есть. Все. Че, Дэн, все? Ёпта, да здесь не проедем, ёпта. Лучше вон там, вон. Вон там не пройдет. Вон там, вон, можно с разгону. Серега решил посадить вторую Ниву. Да, разгоняйся только. Вторую Ниву решим посадить. Да все, блядь. Не газуй, Сережа! Сейчас размотаешь все! Накаркал я, да, ребят. Видео не заканчивается, а только начинается. Можно рыбачить прям. Да, можно, блин. Одна наклейка стоит, вторая наклейка стоит. Это вот так, когда мы наклеили, без наклеек прошли в легкую. Тяжелее стали, да, с наклейками точно, блин. Вот такая конструкция здесь, блин. И вот туда сейчас. А туда надо? Натяжечку делаем. Во, пошла, пошла, давай, давай, Сережа. Ёпты. Давай, 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 Сережа. Пошла, пошла, родимая. Давай, давай, хорошо. Так, одной проблемы меньше. Одной проблемы меньше. Ну что, дамы и господа, сейчас через этот вот небольшой водоемчик
Александр у нас будет преодолевать, потому что там мы все застряли вообще. Набирает обороты. И успешно проходит дистанцию. Ну что, ребят, китаец протоптал дорожку. У-ху! Красавцы прошли. Так, еще два красавца остались, еще двое. Ждем остальных. Так, вторая Нива, Серега. Красава, красава. Вот и Нива испачкалась. Вот. Сейчас вон Патрик. Тяжеловес идет. Я думаю, проблем-то у него не возникнет. Вторая. Прошел, прошел. Все, ребят. Одну проблему мы выполнили. Но сами видели, да? Вчера вы видели, где мы проезжали, это нам все предстоит. Вот, за ночь река разошлась, и как бы водичка здесь прибавилась. Че, пацаны, перекур, да? Пусть машины отдохнут, а то... Точно пока? Я сомневаюсь. Ну что, ребят, не заснял я то, что сейчас я совершил, очередной подвиг совершил. Нивы торчат, застряли, и мне прокладывать... Новую клею приходится. Сейчас сугробу здесь протоптал. Лужа там. А Нива сейчас УАЗик будет стаскивать с клеи сюда вниз. И пойдем вдоль полосы, потому что по дороге Нивы на пузо садятся. Жижа, грязь, скользко. В общем, Нивы на пузе сидят и толку никакого. Да, легкие проходимости есть хорошие, но на пузо садятся. На пузо. А с клеи сносит. Нива торчит один. Нива торчит, он там два. Вторая на пузе там села. А первая из клеи вышла специально по бровочке пройти. Но сносит. Снесло и снова на пузе. Вот такая здесь жижа. Вот и здесь вот вроде проехал он немного. Но все равно... Сносит все в клею и на пузо садится. Ну вот сейчас вон Паша будет выдергивать их. Тоже будет номер цирковой. Будем сдергивать сюда, в обрыв. Ну что, процесс первый выдергивания Нивы идет. О, хорошо, вообще спокойно. Давай еще тяни, пускай выйдет оттуда. И стой! Хорош! Блин, ребят, сейчас такой кадр был. И Илюха как за машинкой бежал по детству. Сейчас, ладно. Нива. Сейчас натяг пойдет. Ой-ой-ой. Сейчас, блядь, как трос нахуй поеб... Давай, пошла, хорошо, пошла. Еще раз так же дерни. Висит. Прям видно, висит. Паша, дерни. Мне не хватает рывка. Паша тоже шлифует. Все, ребят, вторая попытка. Так, натяг не пошла, сейчас дернем. Чуть-чуть. Илюш, ты тоже дергай, Илюш! Во! Я же говорю, Илюша, дергай, блядь! Вот Илюхи не хватало. В другую сторону выворачивай руль. Дергай, Паш, а то он сейчас свалит. В другую выверни руль. Нет, нормально.
Ой, блин! Блин, повидали как... Прямо поставь, прямо, блядь! Прямо руль! Все, пошла, пошла. Все, вышли. Хорошо. Нива по моим накатанным. Иди сюда! Прошел, хорошо, хорошо. У вас пошел. Хорошо. И Серега один. Сиди. Сейчас успеешь. Красавчик. Паша едет напоследок. Последний. Говно месим, да, ребят, говно месим. Давай, 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 давай. Ай, хорошо, молодец. Тормоза не греются? Что там? Я говорю, тормоза вообще не греются, охуенно все в снегу. Вот, смотри, ребята, у меня новые диски появились. Смотрите, какие диски, а, красивые. О, я даже надпись знаю теперь, какая у меня резина, блин. Помылась немножко машина. Немножко помылась. Пацаны где-то встряли. Конечно, здесь в такой жиже нежелательно останавливаться. Но и бросать товарищей тоже нельзя. А вон они выскакивают. Вон он, Серега. И там УАЗ. Ну, с УАЗом Серега не пропадет. Что-то там стоят. Ребят, Патрик нас оттаскал. Теперь мы Патрика таскаем. Ой, красавчик, выехал. Почти, 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 почти. Серег таскает. Все, ребят, у вас вышел. Стоило только мне подойти, блин. Молодец, у вас, да? Ай, стоило только мне подойти, ёшкин кот, блин. Блин, Паша опять застрял. Опять застрял. Сейчас, надеюсь, выскочит своим ходом. Да, тяжело, тяжело. Но это еще один небольшой участок. Там еще есть одна очень противная вещица. Я думаю, вам обязательно на этом сюжете, наверное, будем заканчивать. А сейчас еще приключение не закончено. Вон Паша, блин, назад сдает. Машина пока двигается, это хорошо. Когда встанет, тогда уже плохо. Илюх, ну что предлагаете? Слышали? Ломиться за патриотом, как кое-как он выехал? Ребят, друзья познаются в беде. Вот пацаны, как бурлаки, меня тащат. Вот так. Сейчас кто-то скажет, вот смеется, пацаны тащат. Ну что, ребят, приключения закончились наконец-то, да? Все вы видели, помесили. Вот, ну что, ребят, закончились наши покатушки. Откопали. Да блин, вроде пишет. Дубль 2, ребята. Почему 3, проверка связи, дубль номер 3. Да, ребята, дубль номер 3. Оказалось, у меня третья камера с собой. И вот, смотрите, красота. Несусветная. Да-да. На этом фоне моего копа... Ой, смотрите, лепешки как сваливаются с двери. Сука. Сорян. Жопа полная. А вот красавец. Рекомендую. В кавычках. В кавычках. В кавычках. Пацаны, ну не обессудьте. Дубль номер 3. Передавайте всем привет. Коп, коп был классный, зачетный. Вот они все герои. Сергиевцам огромное спасибо. Выручили сегодня. Здорово. Вот, Паш,
Еще раз тебе слово. Как тебе самарские просторы, как наша грязь? Классно, такая жирная, да? На татарстанскую похоже. Похоже, да? Так сказать, с отдельным привкусом красоты, да? А, привкусом? Не забывай, что есть одна острая, она лечебная. Да, да. А может набрать кучку? Я-то думал, кто-то подает, а это серновозка, кажется. Ты просто не мой машину, а довезешь до Казани. Да, скажи, этот самый. Лечебная грязь, мажьте лицо. Морщин вообще не будет. Наклеечки ребята сделали. Вот он. В Казань поедет. Это у нас в Сергиевск поедет. И это в Самару поедет. В общем, новые логотипы, ребят. Будем разыгрывать у нас на стримах. Вот, победители будут получать. Вот. В Сергиевске. Передавайте привет. Я думаю, сергиевчане, да? Привет. Вас сергиевчане зовут же, да? Сергиевцы. Сергиевцы, да? Сергиевцы. Да. Вот. Все, кто их знает, ребята. Сергачи лучше. Да, сергачи. Подписываемся, ребят, подписываемся. Ладно, все, я думаю, сейчас на этот раз все записалось. Кингух, привет передавай. У тебя тоже аудитория уже любители. Ой, блин, грязный. Сейчас купаться поедем на сок. Не, сейчас вроде это здесь пусто. Так, да, видишь, актеры уже устали, ебать. Актер? Режиссер, ты не очень, ебать. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо.